Быть продано, это глава государства заявил, посещая Минский комбинат хлебопродуктов. Таким образом, президент опроверг слухи о скорой приватизации ряда крупных белорусских предприятий. Еще в планах реконструировать склад под ржаную муку, чтобы под рукой был двухнедельный запас продукции. Цель, что касается производства, Лукашенко заверил, комбинатам хлебопродуктов не стоит беспокоиться по поводу зерна. Глава государства еще раз подчеркнул, что в стране выстроена система заготовки хлебов как для населения, так и для нужд животноводства.